Сегодняшнее Евангелие очень необычное. Множество людей шло за Господом Иисусом Христом, поражаясь тем возможностям, которые есть у обычного бродяги, обычного деревенского проповедника, которых множество было тогда в Иудее. Он имел какую-то такую силу и власть, что люди, может быть, и слышали, но вот тут они видели это. От прикосновения его руки и молитвы люди становились здоровы. Обновлялась человеческая природа, естество. Ведь просто так здоровым не станешь. Вот я хриплю, вот все меня докоснитесь, и ничего не будет. А тут вдруг изменялась природа человека. Он становился здрав. Собственно, за этим, из-за этого, за Христом больше всего и устремлялись люди. Болезни всегда были тем, что сопутствовало человеку. И множество других удивительных возможностей были у этого нищего деревенского проповедника. Люди собрались в одном месте рядом с ним. Их было около 5000, огромное количество. И ученики ужаснулись. Вечер. Уже еды они нигде не возьмут, не купят. Ни рынков, ничего, все уже закрыто. Сейчас люди останутся голодные, озлобятся. Сейчас пойдет ропот. И спросили, а что у нас, есть что-нибудь-то вообще, чтобы людям раздать? Оказалась какая-то смешная история, там 5 хлебов и 2 рыбки. Ученики говорят, ну, может, нам пойти все-таки в село, попробовать что-то найти. И тут Иисус Христос говорит удивительную вещь. Они еще не поняли, кто рядом с ними. Бог, ставший человеком, возможности которого бесконечно более велики, бесконечно и бесконечно. И он сказал, вы дадите им есть, стал разламывать эти хлебы, раздавать ученикам, те, в свою очередь, разламывали, раздавали. И так, в свою очередь, эти хлебы не исчезали, их становилось все больше и больше. Конечно, это чудо, то есть то, что не подвластно человеческому уму, не в законах человеческого мира. Мы не можем это объяснить. Мы можем только либо принять, что такое возможно, как у Шекспира в «Гамлете» говорил Лаэрт, есть многое на свете, друг Горацио, что непонятно нашим мудрецам. Либо самому ждать подтверждения, что такие вещи в принципе реально могут быть на свете. Что-то такое, что не вписывается в наши обычные законы и представления о мире. Но не бывает такого. Эти события обязательно придут в жизнь каждого человека. А может быть, здесь большая часть людей
которые помнят в своей жизни нечто такое, такие события, которые объяснить обычными нашими законами невозможно. Были такие события? Были. Были, от которых сам удивляешься, поражаешься. И иначе как? Тем, что мир иной проник в мир наших законов, на мгновение, на секунду, объяснить это невозможно. Ну, можно, конечно, сказать, совпадение. Ну, и ладно. А вот человек, с которым это случилось, никогда не скажет совпадение. Он скажет, да, возможно, совпадение. Но для меня это вовремя было особое откровение. Это было особое откровение между мной и Богом. Я почувствовал, что есть нечто большее, чем дважды два – четыре. Почувствовал, что есть нечто более, бесконечно более величественное, чем наш мир и наши законы. И они это лишь молнией на мгновение пронеслось в моей жизни. Но как говорится в Писании, когда такое же непостижимое событие произошло с Марией Пресвятой Богородицей, она была потрясена, никому ничего не сказала, потому что все равно бы не поверили, но сложила все в сердце своем. Вот так вот, такая именно формулировка и существует. Это может быть всякое. И спасение человека от смерти, или от бед, или откровение какое-то. Или именно в это время ответ тебе неожиданный на твои важные вопросы. Это происходит непонятно когда и непонятно как. Это нельзя привлечь. Это деяние Духа Святого. А в Священном Писании говорится, Дух веет где хочет, и никто не может уловить его, кроме тех людей, настоящих святых, не сю-сю-сю, добреньких и, так сказать, сладеньких, а настоящих мужественных святых, которые сделали самого себя храмом этого Духа Святого. А для нас это проявляется в самых неожиданных событиях, но нередко, нередко. Вчера я по некоторым обстоятельствам не смог быть на всеночном бдении и поехал почти что куда глаза глядят, в какой-то храм мне указали, там, говорят, сейчас будет всеночное бдение, я, проезжая, смогу туда приехать. Мой спутник, иродиакон Косьма, был со мной, секретарь. А несколько дней назад он мне сказал, говорит, владыка, вы знаете, у меня такая проблема, меня сейчас назвали в постриге Косьмой, а я очень любил своего святого Кирилла. Я был назван в честь святого Кирилла. Это очень такой малоизвестный святой, отец преподобного Сергия Радонежского. И вот я спрашивал, как мне, уже сейчас я ношу имя Косьма, мне Косьме обращал, а вот Кирилл, как с ним-то, он столько лет был моим святым, и кто-то ему сказал, нет, сейчас ты только с Косьмой, вот твой святой новый Косьма. Я говорю, а я вот, честно говоря, и Георгия Победоносца вспоминаю, прошу его о какой-то помощи. И, конечно, святителя Тихона. Мы приезжаем в какой-то храмик в горах. Стучимся, священника нет, я захожу, и мы начинаем сами служить всеночное бдение. Приезжает священник с матушкой, такие перепуганные, архиерей приехал, сейчас будет какая-то комиссия. Я говорю, нет, нет, не комиссия, мы просто помолиться. Они встали попеть,
мы служим с отцом Косьмой. И когда я выхожу на Палиэлей, а в этот день у этого отца Косьмы был день рождения. Вчера. День рождения. И я все думал, что же ему подарить. И мы выходим, и вдруг я вижу на аналое лежит икона, а на ней какой-то святой изображен. Я присмотрелся, это Кирилл, отец преподобного Сергия. И мощи его лежат. Я думаю, что этих мощей нет на всем полуострове. Но это такой редкий святой. Это какой-нибудь там, я не знаю, экзокустодиан. Есть тоже святой. Где ты эти мощи найди? Да не найдешь. И тут вот он лежит. И я ему говорю, вон, смотри, отец Косьма, лежит твой святой в день твоего рождения. Мы сюда забрели случайно. Он тебе напоминает, ты про меня не забывай. Я тоже 22 года твоей жизни за тобой присматривал, тебе помогал, вел тебя. Но он закрестился, стал икону целовать. Ну, правильно. Вот такие вещи, они, конечно, по теории вероятности, наверное, могут произойти. Чтобы в день рождения был человеку такой подарок. И где-то в горном Крыму он обрел частичку своего святого, о котором он думал, молиться ему, не молиться. А тот говорит, молись, я здесь, я рядом с тобой всегда. Ничего случайного в жизни не бывает. И мы с годами начинаем это понимать не просто как некую забавную формулу, а как реальность жизни. Ничего случайного не происходит. Мир лежит, покоится на закономерностях. Закономерностях и этого видимого и ощущаемого нами материального мира. И на закономерностях непостижимого пока для нас мира духовного, который в нужные моменты укрепляет нас не только в вере, но и в знании того, что эти два мира связаны. И мы идем навстречу тому миру, в познание его, в раскрытии его для себя. Как святые отцы говорили, это не просто. Это искусство из искусств и наука из наук. И самое главное, что человек постепенно, независимо от высших или средних, или начальных образований, или вообще без образования, должен, а скорее правильно сказать, призван постичь, чего и я желаю всем вам, без надрывов, без натужностей, без лишних, так сказать, нравоучений в вашу сторону, Господь сам все вам сообщит. А когда? Когда ему будет надо. И когда вы к этому будете готовы. Вот поверьте, что именно так и будет. Аминь.